3 декабря в мире отмечают День инвалидов. В нем принимают участие люди, имеющие различные физические и психологические нарушения, а также те, кто не может безразлично относиться к такой проблеме, которая не дает человеку с ограниченными возможностями жить полноценно. Подробнее в следующем сюжете. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 7-й человек Земли имеет ту или иную форму инвалидности. В современном динамичном мире порой бывает непросто даже здоровым людям. Вынужденное существование в обществе, где все ориентировано на людей с неограниченными возможностями, зачастую создает множество трудностей. Но даже это для них не препятствие. Они, равно как и мы с вами, могут заботиться о близких, получать образование, добиваться успехов в работе и исполнять свои мечты. День инвалидов в России посвящается не только помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями. Это еще и борьба за их права, повышение информированности населения о проблемах и потребностях инвалидов, принятие разного рода мер для улучшения их положения, напоминание об уважении, потребности в личной свободе и независимости. Для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями в ЗАТО Фокино активно реализуется программа формирования комфортной городской среды. Уже были установлены пандусы и светофоры со специальным звуковым оборудованием для людей с нарушениями слуха. Приобретен автобус со специализированными местами для инвалидов-колясочников. День людей с ограниченными возможностями отмечают не только недееспособные инвалиды, но и вполне здоровые люди. Все это, как правило, необходимо, чтобы одни чувствовали себя нужными, а другие могли проникнуться ситуацией и начать делать шаги по улучшению их жизни. Ведь сделать мир доступным, уютным и открытым для всех мы сможем только общими усилиями.